Ну, впечатление море. Я не могу описать словами. Это только надо чувствовать душой. В некоторых моментах просто реально мурашки по телу пробегали. Столько эмоций. Самое лучшее впечатление. Очень здорово, очень понравилось. Мы пришли немножко уставшие после рабочего дня, но сейчас мы чувствуем себя превосходно. Мне интересно, меня это радует, и как-то вот, знаете, ну, может быть, какой-то оптимизм в жизни появился. Мюзикл на самом деле прекрасен, нам очень понравились декорации, вот я с друзьями сюда пришел. Романтично, поют замечательно. Очень понравилось. И костюмы, и динамичная такая режиссура, и голоса очень хорошие. Очень добрый такой трогательный сюжет. Понравилось, как танцуют дети и поют. Мне очень понравилось выступление детей. Я вообще очень люблю детей, когда они начали петь, и причем у них очень все складно. Мне это прям дикий восторг. Великолепная работа всех актеров. Ваши артисты – это просто замечательные люди, которые несут творчество, несут радость и замечательный вообще спектакль сам по себе. Вы знаете, добрый, ласковый такой, душевный, он очень многому учит людей. Детей надо водить на такие вещи, музыка очень хорошая. Когда говорили песни «Знакомые с детства», я сначала не понял, о чем они, но эти песни, правда, я очень давно знаю. Потрясающе, потрясающе. Все сделано очень профессионально. Вот, я рад, 5+. Я ставлю как учитель, 5+. Это просто выше всех моих ожиданий. Спасибо большое. Я обязательно приду еще раз и много раз. Очень семейный мюзикл. Мне кажется, сюда надо приходить всей семьей.